Всем привет, Джека Спаум. ЖЖ Шоу против Жеки Херсон. Я должен защитить ЖЖ Шоу. Природу. Не стоило напрашиваться. Я думаю, пока оставим эти карты, может пригодятся. Итак, пока пропускаем ход, надо кристалл маны нечего разыграть. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Берет карту. Интересно, интересно. Закончить. Посмотрим, что он предпримет. Да, плюс один до конца хода в броне. Хорошо. Так, у нас есть три кристалла маны. В принципе, есть и четвертый. Что, призовем дракона механчиков? Давай. Это я и мистер Кусака. Так, вот разыграем этот ход, посмотрим, что у него там есть, какие магии. Это я и мистер. Ну, молодец, молодец. Так. А у нас есть, значит, можно разыграть вот эту карту, посмотреть, кому он нанесет. А потом... Давай так и сделаем. Разыгрываем эту карту. Да. Отлично. Теперь бьем вот так. Бьем так. Ну, неплохо сыграно. Можно лидера рейда положить. Закончить. Хотя можно было, да, конечно. Нет, тогда мне не хватило фаербола. Ну да. Да, все вроде бы неплохо разыграли. Сейчас посмотрим, что он предпримет. Так, у нас есть два провокатора, что довольно-таки неплохо. На следующем ходу его можно будет положить, одного из них. А этими ударить. Что же мне делать? Ну надо же. Держись, зай. Ну, даже так. Так, 4. Какие у нас есть варианты? Вариант первый. Вот, нанести урон. И разыграть его. Дальше у нас 3 маны. Это просто ударим. И быстро. Дело сделано. Вот так вот. Одинешенький лидер рейда. Это я и мистер Кусака. Опять мистер Кусака. Да что ты со своим Кусакой мистером? Так, мы сейчас, конечно же. Мы кого туда? Лидера рейда? Нет, мам, правильно, все правильно. Героя, так. Варианты у нас какие? Поставить провокацию. Либо же... Ага. Что же давай, делать? Ладно, сыграем провокатора. Эй, сильно и быстро! Вот так. Да, посмотрим, что он сейчас предпримет. Что там, магию колдует. Неплохо, неплохо. Неплохо.
Ну это понятно. Спасибо тебе. Хорошо, хорошо. Так, ладно. Рывок у нас есть. Давай рывок положим. Неплохо сыграно. За честь. Заберем в следующий раз его. Посмотрим, может он положит пару карт, будет интересно эту карту разыграть. Не лезь на клыки! Хорошая карта. Вообще отличная карта. Которая сейчас превратится в овцу. Ну да, что с ней еще делать? Так. Превращаем в овцу эту карту или как? Или же... Так. Четыре кристалла маны. Неплохо сыграно. Итак. 1-1. И атакуем Мироя. Закончен. Так, что вы дальше будете предпринимать? Вообще-то страсти накаляются. Карта что-то у меня слабенькая на руках. Против мощных уже даже ничего пред... Интересно. Я этим займусь. Лидер рейда. Что ты с овцой? Ну атакуй. Возможно и правильно. Так. Давай провокацию. Даже можно две положить. Держись сзади. Пусть разомнется. Закончить. Посмотрим, как он разыграет. Ну давай, кого же ты там? Так. Хорошо. Три, два. Но этого заберет провокатора. Ладно. Ага, вот так даже. Хорошая карта. Хорошо. Ну неплохо, молодец. Спасибо тебе. Так. Значит, смотри. Подарок тебе. Вот так. Неплохо сыграно. И давай, знаешь что? И давай вот эту карту положим. Дело сделано. Закончен. Берсик. Посмотрим. Волчья тропа ждет. Рывок. Мы должны очистить солнечный колодец. Плюс один, плюс один.
4-2. Угу, ну хорошо. Угу. Так. Интересно получается. Я думаю, мы сейчас поставим провокатора. Держись сзади. Подожди, стоп, здоровье пока не восстанавливаем. Ударим вот так. А вот потом восстановим здоровье. Закончим. Так. И что мы имеем? 17 жизней, у него 22. Да ну уже, ты ж понимаешь, чтоб только через провокатора. Ну тоже неплохо. Неплохо сыграно. Дополнительный кристалл маны. Спасибо тебе. Провокация 8. Так. Ну и ладно. Вот так. 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 Неплохо. Так. И вот так. Закончили. Сложная ситуация. Провокация 3-5. Да. Что у нас тут имеется? Наносит одну единицу всем. Да. Так, ладно, давай восстановим чуть-чуть здоровья. Сюда. Сюда. Ну, пока так. Дополнительный. Ага, там разыгрывается карта какая-то, да? Плюс 2 к атаке до конца хода. Неплохо. Хорошо. Так. Предлагаю вот так вот. Северные волки готовы к бою. Кого мне убить? Так. Что же у него там сейчас за карта выпадет? Угу, это понятно. Ну, отличная мне карта, она мне очень сильно поможет. Кого мне убить? Закончить. Посмотрим, посмотрим. 10-10 приравняли. Что вы скажете, Жека? Наносит 4 единицы всем, да? Угу. Неплохо сыграно. Ну, собственно, да. Спасибо. Ну, Жек, ну что ты? Как всегда. Ребят, спасибо всем, кто смотрел. Это был Жека Спаун против Жеки Херсона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.